Конечно, жестко скрыли. Так тебе не страшно. А, я буду стоять вот так, по-любому. Но у меня есть определенные позиции. Ты держишься вот так. Здесь будет точка, конечно. И так он держится. Именно металлист, сталь такая, типа, я буду ее держать. И я просто опущу тебя вот до такого, типа, понял, допустим? Не, Боб, так мне не надо. Потому что там надо будет нахуй руки вытереть, то есть какие-то... Ну да, ты ощущаешь, что рука прям сейчас скользит вот так. Тут машины нет, парковки, это 100%. Думаешь, не надо, да, пробовать сейчас езжать на парковку? Нет, я тебе говорю, на дырявый номер. Я же тебе говорю, я пытался набирать. В том плане, что тебя здесь никто не видит. На всех других башнях я палец в других зданий. Просто. Я сейчас себе напоминаю ним смотрел на скалолаз полон. Я здесь никаких рывков не будет. Просто подай мне руку сюда. Я не держу где-то. Да? Да. Да если мне здесь подай, как бы вообще то. Просто делай, а как бы не сейчас, потом думай. В плане там, то есть, ходи просто. Я нет, конечно. Я не понимаю. Давай, ты же на полу идешь, там, себя, да, и... Славь, а вот нет. Сейчас мы теряем время, поговорим. Окей. Я лежу. Все, правда, пошло. Очень много. Это так страшно. Держишь? Знаю этого. Держишь, да? Солнце уходит, у нас последний свет. Как у вас, Саша? Готов? Вика, у тебя будет одна возможность только в плане. Вот сегодня мы здесь, второй раз мы здесь не появимся. Угу. Угу. Не-не-не. Угу. Что? Знаешь, что неудобно? Что я держался. Короче, когда я стоял там, я стоял вот так. Вот за этой трубой держался, я наклонялся. Тут я стою типа боком и вот так перележу, понимаешь? Не очень удобно. Я устал, только наверх.
Все окей, все окей. Вика, что было-то сейчас? Расскажи. Ой, как было. Я сейчас висела прямо за руку, меня держал Олег, и я висела вот так. Вот здесь.